Известная журналистка телеканала «Спас» Анна Шафран, комментируя страшные события, происшедшие недавно в Крокус-Сити, сказала, что нужно в первую очередь менять миграционную политику, мол, очень много развелось мигрантов в нашей стране. Но я выразил свое несогласие с ее мнением, исходя из слов профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова, который постоянно в своих лекциях нам напоминает, что все, что происходит в нашей стране, с нами, находится в тесной прямой зависимости от нас, политологов, журналистов, депутатов, артистов, клоунов, священников, патриарха, самого президента. Дьявол подсказывает людям все мерить деньгами, экономикой. Есть даже такие люди, которые говорят, что вот эта сатанинская группа «Пикник» якобы хотела дать концерт, целью которого являлась благотворительная акция, и деньги все собранные пошли бы на специальную военную операцию. Как легко людей отвести от правильной мысли. И есть многие люди, которые защищают таких умников. Бог ждет нашего с вами покаяния, изменения жизни нашей и от того, что несем цветы, игрушки в память о погибших, сдаем кровь свою для раненых. Это хорошо, но не меняя свой образ жизни, не учась молиться и жить по Евангелию, не поможет нам избавиться ни от заполонивших нашу страну мигрантов, ни от терактов, ни от неожиданных катастроф, ни от чего. Если будут продолжаться развлечения подобные, их организаторы под видом благотворительности оправдываться, нас, поверьте, друзья, постигнет неминуемая общая беда, еще более страшная катастрофа. И в этом нет никакого сомнения, только в это никто не верит. Все верят в лучшее.